Александр Афонин, 1966 года рождения. Дар унаследовал от отца, учителя рисования, а мастерство развивал в художественной школе и училище родного города Курска. Окончив Московскую академию живописи, ваяния и зодчества, остался в стенах вуза на должности преподавателя на кафедре пейзажной живописи. Был удостоен звания доцента, профессора живописи, а позже заслуженного художника России. Большую роль в становлении природного таланта Афонина сыграл метр русской живописи Илья Глазунов, ректор академии, в которой учился Александр. Он своим студентам прививал любовь к России, к ее культурным и духовным ценностям. А среди лучших учеников Ильи Сергеевича, откликнувшихся на идею возрождения Отечества, был и Александр Афонин. «Голгофа русского севера» – это картина, созданная талантливым художником Афониным Александром. На ней изображен крест, установленный на утесе, выступающем из моря и освеченных лучом света, идущего с неба. Картина передает трагическую атмосферу, аналогичную той, которая характерна для места, где происходило распятие Иисуса Христа. В центре картины – крест, символизирующий жертву и страдания. Окружающая природа, суровая и красивая одновременно, создает ощущение уединения и покоя. Картина «Голгофа русского севера» – это произведение, которое заставляет задуматься о вечных ценностях и о том, что наша жизнь – это бесконечный путь к Богу.